Представьте себе определенную сферу. И вот в этой сфере находимся мы и находится А, то есть те, кто жили и умер. То есть они могут перестать существовать или, как говорят языком физики, аннигилироваться, да, как частички, лишь при разрушении или полностью устранении самой сферы. А вот все, что вокруг за этой сферой, ну это уже другой мир, которому вот этот мир потенциально живых и мертвых не имеет никакого отношения, скажем так. Единственное, что мы можем со своего мира, вот из вот этого вот интересного шарика, выйти в настоящий мир, только обретя жизнь. И за всю историю человечества мертвых гораздо больше, чем живых было. И вот представь, какая доминирующая сила от тех, кто постоянно находится в мучении, исходит в этот наш мир, особенно в наши времена.